Приветствую всех на канале The Games, и снова у нас турнир, постоянно меняющийся турнир со специальными условиями. Одиночный бой, давайте, у нас опять будет 8 противников, только на этот раз, блин, знаете, тяжелая сложность, как-то выглядит страшно. Ладно, очень тяжело, еще страшнее. Так, давайте-ка мы выберем, я вот думаю, либо сегодня мы будем, наверное, играть либо за Саски, либо... Даже не знаю. Либо Итачи, либо Саски. Ну, давайте за Саски. Так. Саски против нас будет. Давайте начнем первый бой с главным боссом, скажем так. Это будет Кабуто. Потом опять у нас по стандарту рандом. Ой, нет. Я бы хотел бы такого Итачи. Хотя можно, в принципе, попробовать такого Итачи. Нет, давайте еще раз. Так, хорошо. Давайте Забуза и Дотенсей. Против Забузы будет кто драться? Наруто. Наруто будет сражаться с Забузой. Забуза сражается Наруто. Так, теперь у нас рандом. Нет, еще один Наруто нет. А, так, блин, я не того Наруто взял. Вот. Вот новый Наруто, совсем потерялся. Пейн. Пейн, ладно, хорошо, будет Пейн. И давайте-ка у нас возьмем... Давайте возьмем и учителя нашего. Какашку. Так. Чоджи и Итачи и Дотенсей. Хочется с братиком старшим сразиться. Или не старшим. Я путаю, если что, не бейте тапками. Постоянно меняющийся турнир. Саски, Учиха. Начинаем. Ага, скорость восстановления чакры увеличена. 30 секунд на битву. Ужас. Давайте мы будем сражаться в деревне дождя вверх. Хотя тут обрыв. Тут есть? Нет. Давайте деревне дождя вниз. Два условия у нас. Жалко, что 30 секунд. Как будто... Ага, Сэмпу. Аматорасу. Не-не-не. Так, либо у нас закончится бой, по истечению... Капец, я потратил все подмены. Либо у нас закончится бой по истечению времени и... В зависимости от здоровья, либо... Надо быстрее его бить. Блин, знаете, напоминает мне сражение с ним. Опа, пока мы лидируем. Нападай. Жалко. Нет. Нет, я не хочу проиграть. Я достигну цели. Ну что, Саски Учиха, кое-как мы выиграли. Вы кое-как выиграли, находясь в блоке. О, господи, я не могу, зря я такую сложность поставил. Ну или просто мне не повезло с условием, просто-напросто. Забуза или Наруто, вот в чем вопрос. Наруто, отлично. У нас должен быть завершающий фактор. Который я проворонил с Кабуто. Пейн проиграл Какаши. Чоджи, ты не говоришь. Чоджи победил Итачи. Вот это эпично. Вы что, издеваетесь? Что это за такой турнир? Я не понимаю. Можно как-нибудь перезапустить, что ли, бой? Они мне такими вот условиями портят весь ролик. И все заставки финальные. Дэшем. Угу. Обычно комбо получается, я уже делал. Я просто делал нижнее комбо. Наруто! Вот это нижнее комбо. Как тебе клешню Сусана? Захват!
Я думал, он что-то захват сделал, что-то в этом роде. А, у нас же тратится здоровье, когда мы используем чакру. Я опять без подмены. Что? Нет! Он же меня сейчас убьет! Эй, что делать? Ты попал в мою ульту, братан. Жалко не завершающий фактор, но... Эти глаза отчетливо видят в темноте. Больше нечего мне сказать. Новая сила, да? Я впечатлен. Серьезно, подожди, это связанная реплика, что ли? Ничего не понимаю. Такое впервые встречаю, сколько я и раз проходил третий шторм. Сюжет очень сильно люблю. Блин, классно. Этот, бляха-муха, опять бой такой напряженный был. Ладно, хорошо. Что у нас дальше? О! Против учителя сразимся. И сейчас опять 30 секунд, да? Повышенный урон от бросков. Атака увеличивается. Ну, хорошо. Теперь хотя бы мы не будем, сломя голову, пытаться друг друга убить. Ну что, Какаши-сенсей, покажи, на что ты способен. Вот так хотел. Посмотрите, сколько хп ему отнялось. Даже лучше уже, кажется, простой атакой выбить. И то у нас атаку увеличили. Ну все, в принципе. Бляха, муха. Ой, что-то я слишком... Слишком хихикаю много. Подожди, нет. Какаши... Успокойся. Я хочу утонуть по тебе. Ага. Даже не знаю, что делать. Да как так? Почему ты не можешь своей клешнёй этой костлявой махнуть побыстрее? О, господи, что это такое? Это позорная история о том, как Саски не смог победить Какаши. Да уж.